Что для вас значит День народного единства? Я думаю, что это праздник, который объединяет людей, живущих в нашей стране, любящих свою страну, свою родину, понимающих, что такое родина. День народного единства, все мы знаем, этот праздник появился относительно недавно по историческим меркам. Но, тем не менее, я считаю, это один из немногих праздников, который как никогда нужен нашему сегодняшнему обществу в наше непростое время. Праздник, название говорит само за себя, это праздник, который объединяет народ, независимо от их национальных, религиозных принадлежностей. Мы все россияне. А что бы могло стать современным символом этого праздника, на ваш взгляд? Поскольку это народ, да, и единение возможно через соприкосновение, возможно, это как-то символ рукопожатия. Это такая гармония, когда все люди в каком-то единстве, в одном идут направлении, одинаково мыслят, одинаково что-то созидают. Я только за единство. Символ – это отношение друг к другу, это связь друг с другом. Сам символ этого праздника – это наш народ. А как нужно праздновать этот праздник? Как бы вы праздновали его? Я этот праздник буду праздновать со своей семьей, в кругу семьи. Чтобы что-нибудь хорошее сделать для своего вот города, или для двора, или даже для подъезда. То есть принести какую-то пользу своим людям, с кем ты живешь.